Я пришел сюда не за тарелку. Я пришел сюда за правду. Правда написана на моей шее. Здесь. И здесь, не помню. Вы же говорите, вы самая честная музыкальная премия. Правильно? Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? Мустафа, если вы такие честные, вот на эти экраны прямо сейчас покажите количество голосов. Покажите количество голосов. Прямо сейчас. За конкретного исполнителя покажите. Ты знаешь, бухгалтерия закрыта, и счеты, к сожалению, не можем сейчас показать. Ну что, дорогие зрители, я думаю, вы все поняли. Не мои слушатели. Знаю, только я. Несмотря на милое личко, алкоголичка. Дальше я слов не знаю, потому что... А их там нет, повторяй вот это, по одному и не упадешь.